Shadów. Не, я слишком пусси бой, чтобы играть в эту игру на сложности сложно. Вообще жесть какая-то. Give me some your pussy balls. Give me your pussy balls. Вы в принципе. Тут реально пройти по этой херне, но. В принципе, тут нереально пройти по этой херне. Пацаны, где вы? Давай. Найс! Просто тут нихера нет. Ну давай. Это было легко, изи, вообще. За 3 минуты прошел, вообще, даже не вспотел. Даже не вспотел. Ну, Фредди Меркьюри там с кем-то. Центральный узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. А здесь прикол. Я помню это место. Что произошло? Мои люди добрались до вас. Отвечайте! Мы получили повреждение от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Надо сходить наверх. Вот сейчас смотрите. Ага, все. Тупо камеры отключаем. Суть должна работать. Внешняя связь отключена системой АПОЛ. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Запасной терминал. Конечно, неплохо придумано, но... Ладно, залезем опять-таки к негру в одно место. Фак! Женщина, ты что кричишь? Как фонарик вырубаем?
Я знаю, что их здесь просто пруд пруди. Их тут просто до хрена. Может, тут один? Так, что делать, что делать, что делать, что делать? No. Лиз, не надо сюда идти. Ты издеваешься, да, надо мной? Ты надо мной издеваешься. Что за... Их тут двое. Один с той стороны, один с этой. Вообще, просто найс. Просто замечательно, мы. Подожди, тут же есть... Надо... Точно. Все. Теперь надо только... Как-то тихо все это проделать. Угу. Тихо, пацаны, тихо. Тут никто не... Так, сейчас. Надо подумать, что делать. У нас есть два стула. Прохода. Да? У нас есть один андроид, который ходит туда-сюда. Туда-сюда. По дебильной траектории. Я предлагаю сделать вот это. Как настоящий гений. Что-то тут не так. Найс! Эй, бой. Зажат между двумя андроидами. Я видел один хентай, который начинался точно так же. Слышишь, они тупые, медленно ходят. Пожалуйста, пусть здесь будет открыто все. Отлично, тут просто открыто. Просто замечательно, просто замечательно, просто замечательно. Просто отлично. Просто отлично, просто замечательно. Просто хорошечно, просто вот прям вот вообще вот прям вот зашибись, ну вот просто, ну вот. Меня как пальцы обоссать. Прием. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. А, нет, 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 нихера не замечательно, твою мать. Иди в жопу. Нет, нам тебя никто не слышит, помощь. Кроме тех, кто уже услышан. Нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Он же тупой, да? Он же меня не видел. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Ты дебил, ты дебил, ты дебил, ты дебил. Сказал же ты, дебил! Вот и все. Как бы да. Нет, ну, не... Ладно, сорян, сорян, я не хотел.
А, нет, еще же дебил. Все, иди тогда отсюда. Ладно, ладно. Что мы поняли из этой части? Андроиды сошли с ума, прям к херам просто. Они долбанулись, Игорь. Давайте-ка мы на всякий случай тут, короче, кое-что сделаем. Сигнализацию мы оставим. Связь, доступ к дверям. Перед камерой включим двери. Все. Отлично, у нас есть хоть какая-то загвоздочка. Что нам теперь нужно делать? Теперь у нас есть хоть немножечко мозга. Да. Чуть-чуть совсем столько. Да. Скажу так. Это интересно. Так, сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Телиток сразу ничего. Севастополь. Говорит Нина Тейлор, представитель компании Вейланд Ютани. Подтверждаю прием вашего сообщения. Я буду в команде, которая прилетит к вам за грузом. Довожу до вашего сведения, что самописец Настром является для нас объектом особой важности. По требованиям корпоративных соглашений вы не должны пытаться получить доступ к находящейся на нем информации, а также сообщать о нем третьим лицам. Далее следует личное сообщение для мистера Уэйтса. Да, это жестко.